Киностудия «Хакасфильм» готовится к большой премьере. Во вторник на большом экране покажут художественную картину «Мумиё». В ней показана история четырех друзей, которые отправились в тайгу. Тяжелый поход стал проверкой их дружбы и обернулся для главного героя несчастным случаем, который изменил его жизнь. Съемки проходили в трудных природных условиях. Героям пришлось карабкаться по скалам, идти через болото и тонуть в горной реке. Но все это актеры делали сами, без каскадеров. И, конечно, в сюжете есть история любви. Практически год ушел на производство кино, и посмотреть его можно в киноцентре «Наутилус» во вторник, 13 ноября. Очень важно, что кино, сделанное в Хакасии, впервые будет транслироваться на большом экране. Для Хакасфильма это достижение, и мы благодарны руководству киноцентра, что оно пошло нам навстречу. Поэтому мы приглашаем всех желающих прийти и посмотреть картину, в которой главная тема – это Хакасия. А земля, на которой мы живем, незримый, но действующий герой этого фильма.